Следующая песня, ее написала Мария Кочеткова, наша современница. Живет она, по-моему, в Москве. Очень давно нашла эту песню. Посвящение всем женщинам и, конечно же, Милочка вам в первую очередь. Да. Да. Вот. И эта песня очень давно была мною как бы найдена в интернете. И вот совершенно недавно я ее опять нашла и показываю Милочка. Ну и мужчинам, кстати, это тоже наука. Называется песня «Фемида».